Добрый день, друзья, и не другие. Иностранные агенты тиражируют заявление одесского ресторатора Савы Липкина, который возмутился фрагментом интервью Артемия Лебедева, который тот дал иностранному агенту Юрию Дудю относительно Одессы и заведения под названием «Дача». Артемий сказал, что он хочет без проблем летать прямым рейсом в Одессу и жрать в этом ресторане. Но, кстати, я абсолютно с ним в этом солидарен. Вот не во всем я солидарен с Татьяночем, но в этом, ну, просто 100%. Получается, что тебе нужна Одесса, но только жизнями не своих детей, а чужих детей. Смотри, что написано в этом тексте. Я хочу возможность... На прямом самолете Аэрофлота Москва-Одесса летать туда и в ресторане «Дача» у Савы Липкина жрать. Вот мне нравится. Вот люблю этот город. И девки там красивые. И всегда это было возможно, всегда это работало. А потом вдруг почему-то стало невозможно. Зазвичай я вільно спілкуюся українською, але цьому піддасу Артемію Тьомі Лебедєву я відповім на російський. Так, щоб йому було все понятно. Артемий, просто иди нахуй. Одессу тебе не видать. Хоть ты будешь с голубой челкой, хоть с желтой, хоть с оранжевой. Сиди в Москве, соси московский хуй у Путина и все. Это все, что тебе осталось. Точка. Ехай нахуй.